когда стоишь, у тебя одна рука мертвая, а это работает. Надо или работают две, или и не качайся туда-сюда. Да? Или работают две руки. Может, если тебе удобно, вот так вот возьми где-то, одну вот так сделать, так, это можно. Но когда вот так ты стоишь, это вся работает, а это так, а ты еще под углом. Да? Вот за этим я буду смотреть, уже на конкурсе это будет смотреть. Хорошо. Так, скажи, что Лю, да? Ту. Перке,
как мы учили ре. Готовить к верхнему тому кульминации, да, на верхнее ля. Там полу нет. Да, да. Так, где мы? А вот это же самое. Да, хорошо. Я тебе специально это играю, чтобы ты знаешь, что все, понятно. Значит, потом я просто не могу рассказывать. Да. Нет. Пьяно дальше. После этого Аврора. Можно
еще раз, потому что она, это я сделала генератор. Давай, да, да. Ты должна вместе. Давай, давай, прима. Прима де Квестарор. Я бы хотел еще раз, я хочу. Прима де Квестарор. Рора глубоко, да? О, постарайся. Прима де Квестарор. Вперед, о. Прима де Квестарор. Да.
но оно не как конкретное ЙО. Понимаешь, а ЙО. ИО. 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 А да, О. ЙО. Не ЙИ первое, а ИО. ИО. Да, ИО. А у тебя нету И. ИО. У тебя ЙО звучит, а ЙО нет такого. Хорошо. Давай. Ты можешь так переводить? Йо-кью-то. Как бы плачет, да? Йо-кью-то. Понял. Йо-кью-то. Ты эту ноту, да? Йо, ты ее держишь одинаково. А я йо, а потом убираю. Это О. И кью ударяю, а потом убираю. Чуть-чуть успевай. Это техника. Ничего, давай. Йо. О! Держать, чтобы не было некрасиво. Чувство меры, да. Быстрая ми бемоль потом должна быть. Понимаешь? А ты пью, и оно вышло некрасиво. Это ми бемоль кусочком. А вы молодец. Вот так вот и букву хорошо скажи в это. Понимаешь, у тебя верхняя нота начинается, знаешь, где? Где оно? Пернон, вот поставишь нон, и просто потом скажи В. Не надо ставить себе моль, она сама пойдет. Я нон В, лишь В, и уже есть. А ты ее ставишь. Из-за этого теряешь минуты дольше вопения, то есть микроны эти, которые будут дольше подержать. Понял? И давай только сделаем пер. Смотри, что я делаю. Это не верхняя нота, это как будто ты на одной ноте поешь. Давай. Не, скажи П. П. Вот так и пой. Не, мало. Значит, перно. Можешь? Значит, как бы тебе... Неудобно это сидеть. Два должно быть длиннее. Ты переходишь уже на вот это... Да, но у нее дыхания не хватает. Это же из-за этого, больше из-за чего. А тогда вот это само апартамент коротенько должно быть. Да, я уже это и сказал, но у нее не хватает дыхания. Нет, мне неудобно вот это сидеть. Потому что его нет. Да. Ты его делаешь, а потому и неудобно. Ее не надо делать вообще. А я не делаю, я просто себе говорю слова. А что ты его ставишь? Я что, ставлю? Но я уже и потеряю голос на этом. Я не могу его взять, поставить. Тратишь голос, это же черти что. Ты в этом регистре уже находишься, значит, никакой работы нет. Когда ты перешла уже в верхний регистр, ты не работаешь, а просто идешь дальше. А ты, конечно, поставила пернон. Это работа. А тут нужно, наоборот, обхитрить саму себя. Какой работы нет. Уже она пьюно или пернон. Пер – это уже верхняя нота. И если ее, ты поешь как будто на одной ноте. Не делаешь это... Давай, пернон. Так, ну ты...